чтобы вызвать симпатию к символу года, я постаралась выбрать самые-самые хорошенькие мордочки, самые очаровательные. Вот, мне очень захотелось, чтобы они были такие, вот, знаете, смешнючие, забавные, с розовыми пяточками. Вот, с такими розовыми носиками. Именно такие мыльные грызуны понравятся даже тем, кто никогда не испытывал симпатию к мышам и крысам, считает севастопольская мастерица Анна Коваль. На протяжении 10 лет она создает из мыла уникальные сувениры. Все началось с желания пользоваться натуральными средствами, без сульфатов и других активных веществ, вспоминает Анна. Хобби превратилось в дело всей жизни. Не просто мыловарение, а особый вид искусства. Теперь Анна Коваль по праву считается одним из лучших мыловаров России. Захотелось не просто делать нечто полезное, натуральное, а захотелось творить красоту, удивлять. Действительно появилась такая цель, когда человек смотрит и говорит, ну это невозможно поверить, что это мыло, неужели? Вот. И сейчас это практически вот девиз нашей мастерской, мыло, которое удивляет. Красивый, оригинальный, а главное, практичный подарок может сделать каждый, говорит Анна. Мастерица открыла несколько секретов создания душистого и оригинального мыла. Сбрызгиваем форму спиртом, это позволит основе равномерно распределиться по всей поверхности. Растапливаем белую мыльную основу и заливаем форму. Мы растопили нашу основу, залили в силиконовую формочку, побультыхали, так, чтобы она у нас разлилась. Способ называется обливочка. И ставим стекать. Теперь отмерим примерно 100 граммов прозрачной основы и растопим вместе с цветной, оранжевой. Это позволит получить яркий цвет. Мы можем использовать оранжевый краситель. Это, как правило, делают новички. Те, кто работает с большими объемами, у них уже есть подготовленная оранжевая основа. Перемешиваем. Для аромата добавляем эфирное масло. Попшикали спиртом обязательно, чтобы наши слои сцепились. И заливаем все это. Оранжевым. Залили, пропшикали. Ждем часик, пока остынет. Просто и быстро. Новогодний подарок готов. В одной и той же формочке можно получить разное мыло, если менять его цвета, сочетать матовые и прозрачные слои. Есть изделия, для создания которых нужно набраться терпения. Очень трудоемкий процесс. На самом деле здесь не послойная заливка идет, здесь нужно капельным путем все это пипеточками заливается, вот, подлезть, чтобы, не дай бог, у нас хвостик не отвалился, чтобы у нас ушки ровненькие были, красивые. Вот, ну это, знаете, это уже просто техника называется ювелирная заливка. На создание вот такого мышонка в среднем требуется 2 часа. Нужно поэтапно залить цветную основу и дождаться полного застывания. Особая гордость Анны – вот эти букеты. Сложно поверить, что и они – мыло. Невозможно такие вещи творить, вот, допустим, из-под палки. Если это творчество, если это вдохновение, если это любовь, ну, понимаете, это все равно, что сродни работы художника. Мышата, крысы, с елочками и без, в новогодних шапочках, с сыром, а некоторые – целыми семьями. Такое мыло даст волю творчеству и станет чудесным подарком на Новый год родным и близким. Марина Иванова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.